Всегда готов на диалог. В этот раз депутат Государственной Думы Виталий Бахметьев встретился с руководителями КТОСов Орджоникидзевского района. В ходе общения обсудили послание президента Федеральному собранию и ряд накопившихся вопросов, которые волнуют жителей. На встрече побывала и наша съемочная группа. За круглым столом собрались руководители КТОСов Орджоникидзевского района. Это они инициировали встречу с депутатом Государственной Думы, чтобы поговорить о насущных проблемах. Прежде чем приступить к диалогу, Виталий Бахметьев рассказал о себе, о своей работе и некоторых изменениях в законодательстве. После общения перешло формат «Вопрос-ответ». Татьяну Семенихину волнуют вопросы, которые касаются переселения из ветхоаварийного жилья и газификации в поселке Куйбас. На рассмотрение, как нам ответили в одном из писем из администрации города. То есть я считаю, что такие встречи важны. То есть можно обратиться к Виталию Викторовичу как к депутату Государственной Думы Российской Федерации. Мы надеемся на его помощь. На помощь депутата надеются и остальные руководители комитетов. Вопросов накопилось немало. Жители часто обращаются по медицине и по обеспечению льготными лекарствами. Рецепт на руки дают, приходит в аптеку, лекарства нет, не дают. На полке рядом стоит лекарство. За деньги есть, а так нет. Дайте мне запрос, я обращусь в региональное министерство, получим ответ, дальше могу посмотреть, куда двигаться. Проблемы самые разные. Это и газификация поселков, и агрессивное поведение бездомных собак. В поселках Приуральский, Радужный, Безымянный, Хуторки и ряде других более полугода отсутствует медик. Отменили и 52-й маршрут. Подняли руководители коммунальные вопросы, почему за долги одних жильцов должны страдать все. Соответствующий законопроект о недопущении распределения долгов ЖКХ между жильцами уже внесен на рассмотрение. Если вопрос будет касаться вот именно моей компетенции, а моя компетенция – это федеральное законодательство в первую очередь, да, либо федеральных органов, будут соответствующие обращения подготовлены. Если будет касаться компетенции муниципалитета, ну, будем обращаться в муниципалитет. Во время встречи Виталий Бахметьев отметил, что открыт для общения и готов принять любые вопросы, в том числе через социальные сети. Без ответа не останется ни одно обращение. Ольга Сухоплюева, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИ.